кратко, то хотел бы сказать, что на сегодняшний день опять же стоит фактически мораторий на жалобы потребителей. То есть, если вас обидели, вы отравились, за вас, скорее всего, никто из государственных органов власти не заступится. Отсюда выход только один – органы местного самоуправления, сами жители. Что хотелось бы предложить, возможно, рынки никак сейчас пока не исправить. Это, конечно, страшное зрелище в городе Николаеве, но в супермаркетах порядок навести можно, они хоть как-то реагируют, с ними можно общаться. Потому предлагаю составить просто рейтинг города Николаева по магазинам, то есть самим жителям просто включиться в процесс. И опять же, да, там, где будет совсем все плохо, собрать депутатскую группу, проехаться, встретиться с руководством, потому что если на меня нападают, я ж не думаю, что нападут на депутатский корпус, правильно? И просто вот такими вот путями создать там, допустим, раз в месяц или раз в квартал открытую проверку, пригласить всех желающих этого человека, которого обидели, и разобраться, в чем была проблема. И в дальнейшем, я думаю, не надо будет выходить депутатскому корпусу, достаточно будет, чтобы сам потребитель сказал, я или жалуюсь, или ты со мной решаешь проблему. И эти вопросы решались полюбовно, ну, мирно. Пока такой практики в Николаеве нету, но это очень просто все создать, было бы желание у горожан.